Дом по улице Стадионной, 13. Девятиэтажный кирпичный ведомственный дом постройки начала 80-х. Двор достаточно зеленый. Входы в парадное порядком обветшали, но установлены домофоны. В доме отделение банка. Мест для парковки мало. Машины паркуют большей частью там, где должны быть газоны. Есть небольшая детская площадка. Рядом спорткомплекс. Детский сад. Состояние дома удовлетворительное.